Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как сделать вот такие вот кеды, носочки на мужчину. У меня рассчитано на 42 размер. Вы в зависимости от вывязывания количества рядов подошвы, то есть от длины, можете связать такие на 41, 40, 43, 44, в общем, на любой размер ножки. У меня рассчитан на 27 сантиметров, вы уже в зависимости от этого смотрите. Подошвочка у меня вывязана где-то на 25 сантиметров, но 2 сантиметра это такой запасик минимальный, на который тянутся эти носочки. Шнурочки я вдела самые обычные, которые можно купить в принципе в любом магазине. Я взяла 1,5 метра, в зависимости от того, как вы хотите густо продеть, можно использовать метровые, но мне метровые показалось очень маленько на такой размер, поэтому если будете вязать на 40-41 размер, можно в принципе довольно таки использовать и метровые. Здесь я эмблемки сделала звездочки, так как увидела где-то это в интернете на фотографиях. Хотите, можете, если это подарок на 14 февраля, можете вышить сердечки. Как в качестве подарка, в качестве дополнения к основному подарку подойдет подарок своими руками. В общем, если вам понравилось, конечно же, присоединяйтесь, мы будем вязать вместе с вами. Для вязания нам понадобится пряжа. Я взяла фирмы Lanos, это турецкая полушерстяная пряжа, серия Bonita, в ней 300 метров в 100 граммах. Нам понадобится два цвета, синий электрик и беленький. Буквально 2 метра возьмите черненькой ниточки, можете не обязательно полушерстяной, просто какой-то акриловой пряжи остаточки, то есть пару метриков буквально. Или же можете взять пряжу от фирмы Alize Lana Gold Fine. Тоже подойдет. Она буквально на какие-то доли миллиметров тоньше, но она тоже подойдет. И для этих моих расчетов, которые я сделала, тоже она будет отлично смотреться. В общем, берете два любых цвета, либо это белый и красный, либо это белый и синий. В общем, какие вы хотите, чтобы у вас были кеды цветом, и не забудьте за черный цвет. Также нам понадобится крючок, я буду брать 1,5, можете взять 2, ножнички для обрезания кончиков и сантиметр для измерения длины стопы. Начнем мы с передней части кеда, поэтому берем ниточку белого цвета, обхватываем вокруг пальчиков и делаем движущее кольцо амигуруми. Теперь закрепляем его и делаем еще 2 петельки воздушного подъема. То есть всего у нас 3 петельки. 3 петелечки воздушного подъема, это столбик с одним накидом замещает. Теперь делаем накид и в колечко вот это набираем еще 13 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Итак, вместе с нашими воздушными петельками 14 столбиков. Придерживаем последний столбик и стягиваем наше колечко. Стягивайте достаточно плотненько, можете здесь оставить небольшую дырочку. И затем делаем в третью петелечку подъема воздушных петелек наших первого столбика соединительный столбик. Вот они, 1, 2, 3. Значит, сюда делаем соединительный столбик. Можете убрать по ходу вязания вот эту ниточку. Хотите, можете ее сделать в конце спрятать. Я ее спрячу в конце, чтобы потом правильно сделать вот здесь вот отверстие. То есть, если сильно у вас тянет, то, соответственно, оставите небольшую дырочку. Если у вас будет плотненько и вам это нравится, то стягивайте до того момента, когда у вас здесь будет плотное стягивание. Итак, второй ряд. Делаем 3 петли подъема. 1, 2, 3. Делаем накид. И в эту же петлю основания 3 петелек мы делаем столбик с одним накидом. Снова делаем накид, переходим в следующую петелечку. Нам нужно в этом ряду в
каждую петелечку провязать по 2 столбика с одним накидом. То есть делаем в каждую петельку по прибавочке. Итак, переходим к третьей петельке. Один столбик, сюда же второй столбик. Четвертую петельку. Один столбик, сюда же второй столбик. Так у нас в конце ряда должно получиться 28 столбиков с одним накидом. То есть 14 мы умножим ровно на 2. То есть по 2 столбика в каждую петелечку. И так провяжем по 2 столбика в каждую петлю до конца этого ряда. Дошли до конца ряда и довязываем последнюю пару столбиков с одним накидом. Посмотрите, у вас должно быть 14 ровно пар. То есть 14 по 2 столбика с одним накидом. Теперь находим снова третью петельку подъема и в нее делаем соединительный столбик. Теперь делаем снова 3 петли воздушного подъема. Это у нас третий ряд. Делаем накид и в эту же петлю основания делаем второй столбик с одним накидом. Делаем накид и в следующую петелечку провязываем просто один столбик. То есть у нас воздушные петли заменили один столбик, плюс еще в эту же петлю второй столбик, а в следующую петлю мы делаем во вторую один столбик. То есть мы будем чередовать в третью петелечку провязывать 2 столбика с накидом в одну петлю, в четвертую просто столбик, затем снова 2 столбика в следующую петлю, в следующую столбик, то есть 2 столбика с накидом, столбик, 2 столбика, столбик, прибавочка и просто столбик с одним накидом в одну петлю. То есть вот таким вот образом мы будем провязывать третий ряд. Чередовать прибавка, столбик, прибавка, столбик. И в этом ряду у нас добавится снова 14 столбиков. То есть в предыдущем ряду у нас увеличилось на 14 столбиков, в этом ряду на 14 столбиков. То есть когда мы делаем с вами прибавочки, увеличивается в каждом ряду на 14 столбиков. Поэтому чередуем 2 столбика столбик до конца этого ряда. И вот я довязываю предпоследние 2 столбика с накидом и еще один столбик в последнюю петелечку. В третью петлю подъема делаем соединительный столбик. Обратите внимание, что этот ряд у вас должен закончиться просто столбиком, так как после набора воздушных петелек у нас было 2 столбика. Поэтому предыдущая один столбик и перед ней 2 столбика. То есть вот такое вот чередование должно закончить у вас ряд. Итак, у нас снова добавилось 14 петелек. И мы делаем 3 воздушные петельки подъема в начале ряда. Теперь делаем накид и в следующую петлю мы провязываем столбик с одним накидом. Затем накид в следующую петлю. То есть в этом четвертом ряду мы должны провязать по столбику с одним накидом в каждую петельку этого ряда без прибавлений и провязываний в одну петлю 2 столбика. То есть просто в каждую петельку по столбику. Итак, довязываем четвертый ряд. У нас он был без изменения, поэтому у нас, как и в третьем ряду после последнего ряда прибавок, у нас 42 петелечки, то есть 42 столбика с одним накидом. Теперь берем, находим третью петелечку подъема и не делаем соединительный столбик. То есть просто вот так вот вводим крючок в третью петелечку и берем ниточку другого цвета. То есть у меня это синий, у вас какой-то любой. И делаем соединительную петелечку или соединительный столбик уже новым цветом. Подтягиваем все кончики ниточек и беленького, и синенького. Беленький цвет нам уже не нужен. Хотите, можете его сразу обрезать, оставьте кончик для заправки. Хотите, просто по ходу вязания завяжете, а тогда спрячете кончик. Итак, делаем 3 петельки подъема воздушные. И в следующую петелечку делаем накид. И в следующую петелечку делаем столбик с одним накидом. Я буду по ходу вязания завязывать вот эти кончики, поэтому вы смотрите уже, как хотите. Итак, сделали столбик с одним накидом. Теперь снова накид и в следующую петлю столбик с одним накидом. То есть этот ряд нам нужно провязать столбиками с одним накидом, просто в каждую петелечку по столбику. И вот так вот в каждую петелечку, как и в предыдущем ряду, у нас вот так вот будут идти
столбики с одним накидом над столбиками, столбик над столбиком. И вот так вот параллельно я завязываю ниточку в ход нашего вязания. Поэтому сейчас я кончики вот эти вот обрежу, чтобы мне беленькая ниточка не мешала дальше в процессе вязания. И вот так вот, смотрите, я заделываю ниточку свою, вот кончик. Его не видно, поэтому я вот так вот обрезаю, чтобы он мне не был лишним. Аккуратненько обрезайте, чтобы не обрезали основную ниточку. Бывает такое, что вяжешь и не обращаешь внимания на то, что ты обрезала ниточку. Вот так вот провязываем по столбику в каждую петлю. Итак, вот довязываем ряд. Я делаю последние 2 столбика в этом ряду. И теперь я дошла до 3 петелек воздушных вот этого подъема. Мне не нравится вот этот беленький переходик, поэтому я провяжу еще в петельку основания 3 воздушных столбиков еще один столбик. Вот так вот. Как бы спрячу вот эту беленькую ниточку. И в 3-ю петелечку подъема я делаю соединительный столбик. Теперь 3 воздушные петли подъема, накид, и в следующую петелечку провязываем столбик. Теперь в этом ряду мы в каждую петелечку провязываем по столбику с накидом, то есть столбик над столбиком. И таких рядочков, как этот, то есть уже сюда в петлю основания ничего не провязываете, а просто по ходу в 3-ю петелечку подъема делаете соединительный столбик или петелечку, как вы называете. Просто так нам нужно провязать 4 ряда. То есть вот этот уже после изменения цвета получается у нас сейчас 2-й ряд. И вам нужно 3-й, 4-й и 5-й. То есть 5 рядочков, чтобы у нас было всего синим цветом. Ну или какой у вас там основной цвет. Основным цветом 5 рядочков. Над каждым столбиком провязать нужно столбик. И не забывайте делать в начале ряда 3 воздушные петли подъема для того, чтобы нам начать провязывать ряд столбиков с накидами. Вот о чем я говорила. В конце ряда мы провязали в последнюю петелечку столбик и не провязываем в петлю основания воздушных петелек, в 3-ю петлю подъема делаем соединительный столбик. И снова набираем 3 воздушные петли в начале и в следующую петелечку провязываем столбик. Так вяжем 5 рядочков основного цвета. Довязали 5-й ряд столбиков, сделали соединительную петелечку, 3-ю петлю подъема. И теперь нам нужно обрезать ниточку. Я делаю воздушную петельку и обрезаю ниточку, то есть краешек. Немножечко оставляю для заправки кончика. То есть вот так вот я подтягиваю. Просто в косичку вдеваю ниточку, кончик, вот так вот. Почему я обрезала ниточку? Для того, чтобы нам красивенько оформить верхушку и боковые стеночки этого носочка, накида. Смотрите, вот эта часть у нас, вот эта полосочка соединений, будет на подошве. То есть вот она. И ровно... Вот так вот сверху будет у нас язычок и боковые стеночки. Я убрала кончик до конца и теперь отсчитываем от вот этих вот воздушных петелек 15 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот в 15-ю вводим крючок, берем ниточку, захватываем ее. И продеваем вот так вот. Фиксируем ее одной воздушной петелькой. Кончик вот этот вот мы ложим на вязание. Мы сейчас будем его завязывать. Итак, делаем еще 2 воздушные петельки. И захватывая ниточку, в эту же петельку провязываем еще один столбик с одним накидом. То есть у нас 3 воздушные петли столбик. И мы еще один столбик сюда же провязываем. Теперь 13 столбиков с одним накидом провязываем в каждую петелечку по столбику. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Я параллельно завязываю вот этот кончик. Далее 7, 8, 9. Далее 10, 11, 12 и последний 13. Теперь в следующую петелечку мы провяжем снова 2 столбика, как и в начале этого, так скажем, ряда неполного. Провязали 2 столбика в последнюю петелечку. У нас получается от задней вот этой вот нижней части, вот они 15 петелек. В первой из 15 2 столбика и в последней из 15 2 столбика. Между ними 13 столбиков, просто столбик над столбиком предыдущего ряда провязаны. То есть вот это у нас отделен язычок. Точно так же будете вязать и второй. Ровно посерединке 15 петелек, это наш язычок. Теперь делаем в конце ряда 3 воздушные петли подъема на следующий ряд. Разворачиваем. У нас получается 13 средних столбиков посередине плюс 2 рогаточки по бокам. Будем считать вот эти 2 рогаточки наши, прибавления по краям, по одному столбику. То есть 13 и 2 это 15 и еще 2 с другой стороны это 17. То есть сейчас мы делаем накид. У нас воздушные 3 петелечки подъема, это равняется одному столбику. То есть следующую петельку мы провяжем просто столбик. Следующую столбик, то есть мы просто провяжем эти 17 петелек под столбику с одним накидом. То есть над предыдущим столбиком предыдущего ряда мы теперь делаем еще столбик. То есть смотрите, первый столбик это 3 воздушные петли, затем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее делаем накид 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 столбик у нас будет в воздушных петельках вот этой третьей петле подъема предыдущего ряда. Вот она наша 17 петелечка и 17 столбик из нее вывязан. Теперь снова в конце ряда делаем 3 петли подъема и разворачиваем вязание. Снова первая петелька это петля основания 3 воздушных петелек цепочки. Затем делаем накид, следующую петельку провязываем снова. И так над каждым столбиком предыдущего ряда мы будем вязать по столбику. То есть таким образом мы провяжем начальную высоту нашего язычка. То есть смотрите, у нас сейчас 17 петелек, значит мы провяжем в каждом ряду по 17 столбиков, желательно считайте их, чтобы вы не запутались и чтобы у вас нигде не получилось лишнего прибавления либо убавления в наших столбиках. То есть их должно быть 17 столбиков в каждом ряду. Нам нужно так провязать 7 рядочков. То есть смотрите, первый ряд мы с вами провязали, сделали прибавление, то есть наши начальные 15. Из них мы сделали 17. Это второй ряд. Далее третий ряд мы сейчас с вами довязываем 17. И так нам нужно провязать до 7 ряда. То есть еще самостоятельно провяжите 4 ряда по 17 столбиков с одним накидом. И не забывайте, что у нас в третьей петле подъема 17 столбик в конце ряда и 3 петли подъема в начале каждого последующего ряда. Провязали 7 рядочков, пересчитайте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Убедились, что 7 рядочков наши провязаны, теперь делаем 3 воздушные петли подъема и разворачиваем на 8 ряд. В 8 ряду на изнаночной стороне нам нужно сделать снова наши рогатки, прибавочки в начале и в конце, то есть петлю основания 3 воздушных петель. Провязываем столбик с одним накидом и затем провяжем до последней петелечки все наши столбик над столбиком. То есть сделаем вот такую вот прибавочку, как всегда в начале и в конце ряда, то есть как и в предыдущей
первый начальный ряд мы провяжем наши рогатки. Итак, у нас было 17 петелек, мы сейчас добавим еще 2, то есть у нас 19 столбиков с накидом вместе с прибавочками. Вот мы провяжем наши столбики. И в последний столбик он у нас будет находиться в третьей петелечке воздушной подъема предыдущего ряда. Вот, делаем накид, в нее вводим крючок и провязываем сюда 2 столбика с одним накидом. То есть вот мы в восьмом ряду изнаночном добавили снова в начале ряда петелечку и в конце ряда петелечку. А все остальные петли средние столбик над столбиком провязали. Теперь нам нужно провязать 9 ряд. Делаем 3 воздушные петелечки подъема. 1, 2, 3. Разворачиваем. У нас в петле основания 3 воздушные петелечки подняты, поэтому ее пропускаем. Следующую провязываем. Столбик, следующий столбик, то есть столбики над столбиками предыдущего ряда провязываем. В этом ряду мы делать прибавление не будем, поэтому у нас столбиков 19. Было 17, 2 мы добавили, прибавочки сделали в начале и в конце ряда по столбику, то есть 19. Вот в этом ряду мы провяжем наши 19 столбиков с одним накидом в каждую петлю по столбику. Итак, это у нас сейчас 9 ряд, нам таким образом нужно провязать 9, 10, 11 и 12. То есть заканчиваете этот ряд и еще 3 ряда провяжите просто столбиками. 19 столбиков с одним накидом в каждом ряду по столбику над столбиком. Мы закончили провязывать 11 ряд. Я в 12 решила уже сделать убавление, чтобы не был слишком длинный язычок. Поэтому рекомендую вам закончить не на 12, а на 11 ряду. 12 ряд мы провяжем сейчас вместе с вами. Делаем 3 воздушные петельки подъема, разворачиваем наше вязание. Теперь делаем накид, находим следующую петельку. Вводим крючок, захватываем ниточку и делаем незаконченный столбик с накидом. Теперь снова накид, следующую петелечку и снова незаконченный столбик с накидом. И все 3 петелечки соединяем общей петлей. Теперь провяжем над столбиком столбик до последних 3 петелек этого ряда. То есть вот так вот средние петельки столбик над столбиком предыдущего ряда провяжем. А затем снова в конце ряда мы сделаем небольшое убавление. Тоже сократим 2 столбика, провяжем одним, чтобы у нас было все очень красиво, гладенько. Вот так вот доходим до 3 последних петелек. И теперь снова провяжем вот так вот незаконченный столбик с накидом, незаконченный столбик с накидом и соединим общей петлей. Теперь делаем накид и в последнюю петелечку провяжем столбик с одним накидом. Вот таким вот образом мы с вами сократили в конце и в начале ряда по столбику. Теперь делаем накид и набираем 3 воздушные петли подъема. Разворачиваем. Снова делаем накид и в следующую петелечку делаем незаконченный столбик. И в третью петелечку делаем незаконченный столбик. На крючке у нас 3 петли, соединяем их общей вершиной. Теперь снова до оставшихся 3 петелек в конце ряда мы провяжем в каждую петелечку по столбику. То есть вот так вот. Хотите, посчитайте количество столбиков, чтобы у вас на втором кеде вашем было все аккуратно и одинаково. Ну, в принципе, я думаю, что здесь не ошибетесь, так как 3 последние петельки, их очень хорошо видно. Последняя петелька у вас над петлями подъема предыдущего ряда цепочкой. Поэтому я думаю, что здесь ничего сложного нет. Вот, смотрите, вот она, третья петелька. Я 2 еще отсчитываю. Вот она у нас. Делаем незаконченный столбик с накидом. В следующую петлю незаконченный столбик с накидом. Соединяем общей вершиной 3 петли. И делаем столбик с накидом в последнюю петелечку. И у нас сейчас 14 ряд. Снова 3 воздушные петли подъема. Разворачиваем.
И последний ряд мы делаем сокращение. Следующую петелечку провязываем неполный столбик с накидом. И в следующую неполный столбик с накидом 3 петли соединяем общей вершиной. И провяжем до последних 3 петелек снова наши столбики с одним накидом. И сделаем последнее сокращение. Мы больше не будем делать сокращений. Вот они наши уже 3 петельки скоро на подходе. Находим последний столбик петли подъема и отсчитываем 1, 2, 3. Вот она у нас. Делаем неполный столбик в третью петлю с конца. Теперь во вторую петлю с конца неполный столбик. Соединяем общей вершиной в последний столбик. Провязываем столбик с одним накидом. Вот такой у нас язычок получается. Закончили мы вязание с изнаночной стороны. Теперь делаем воздушную петельку нашу и обрезаем ниточку. Она нам здесь не нужна. Вот этот кончик я вам предлагаю снова спрятать, как мы спрятали вот здесь на подошве. Мы потом вяжем его, поэтому лучше его вот так вот сразу спрятать в косичку. И мы его аккуратненько потом вяжем наше вязание. Вот так вот. Просто, обычненько. И он нам не будет уже мешать по ходу обвязывания нашего кеда. Наш язычок готов. И вот кончик я заправила в язычок. Обрезала остаточек, чтобы он нам не мешал. Сейчас как раз таки тот этап, когда вы можете спрятать все кончики, все ниточки. То есть, чтобы они вам не мешали по ходу вязания. И у нас получается перед. И язычок готов. Нам осталось связать саму основу, пяточку и украсить. Поэтому до встречи во второй части, где мы с вами продолжим вязать.